Рекомендуем вам пройти по месту своего проживания. Режим повышенной готовности в Республике Мордовия не отменен. Просьба пройти по месту своего проживания. Режим повышенной готовности не отменен, но воздерживаться от прогулок с каждым днем становится сложнее. Погода, наконец, наладилась, и впору открывать пляжный сезон. Это многие горожане и поспешили сделать, однако в выходной пляжи Луховского пруда, как и положено, в режим повышенной готовности пустуют. Ныряет и плавает здесь только утиная семья. Желающим присоединиться к птицам стражи порядка в очередной раз напомнили – лучше оставаться дома. В большей степени, в принципе, граждане относятся с пониманием к этому, но есть отдельные граждане, которые не понимают разъяснение сотрудников полиции и нарушают правила. В связи с этим граждан составляются административные протоколы, привлекаются к административной ответственности. Желающих позагорать на берегу Луховского пруда было относительно немного. В основном это пары или семьи с маленькими детьми. Многие, видя патруль издалека, сразу возвращались обратно. Больше желающих прогуляться было в экопарке. Однако и там сотрудники горадминистрации и полицейские следили за ситуацией. 12-го. Вместе с сотрудниками отдела полиции, с Росгвардией и с сотрудниками МЧС проверяли масочно-перчаточный режим, плюс проверяли скопление людей, плюс шашлычников. В гаражных обществах проверяли людей, которые скапливаются, где-то жарят шашлыки, где-то просто что-то обсуждают, чтобы они были в масках, в перчатках хотя бы. И помимо этого сотрудниками МЧС еще проверялись нами это противопожарный режим. Это разжигание костров, разжигание мусора, сухой травы, потому что это тоже сейчас запрещено. Полицейские и сотрудники горадминистрации с пятницы по воскресенье работали во всех районах города. Они патрулировали самые популярные места – парки, скверы и водоемы. Режим повышенной готовности в республике продолжает действовать, а значит, прогулки и купальный сезон нужно отложить. Общая задача сейчас – остановить распространение коронавируса. Ради этого стоит немного потерпеть. Ольга Данилова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.